Минвата снята с фасада. Риску, край. Стой. Пропил делай. Сделал. Теперь переворачиваю. Расстояние помнишь какое? Отмеряй его. Проводи риску. И пили. Тебе, конечно, надо было поперек ее поставить, и ты бы попадал бы в тот пропил. Понимаешь, да? Ну, поставь ее перпендикулярно плиту-то. В другую сторону ты пилить начал. Вот. Подточи его чуть-чуть ножовкой. Все, клади. Это вот у нас одна сторона есть. Дальше смотри, нам из нее нужно вырезать гэшку. Гэшку мы можем вырезать любую. То есть, по сути дела, мы можем что? Бери рулеткой. Где у нас хорошая часть еще? До сюда. Делай также пропил. Вырезай. Или давай, все равно у нас этот край плохой. Давай. Каким образом сделаем? Вот до сюда, вот так и вот так вот. На больше. Минимум 20 гэшка, 23 сделай. Вот так вот, ага. Проводи линию. Конечно, снятые фасады минваты это хреново. Прорисовывай дальше ниже линию. Линию до сюда. Отмеряй отсюда расстояние. Сколько оно у тебя сейчас? Нет, вот отсюда. По риске. Где-нибудь до 25. До 25. Ага. И там дело. Тоже. Просьба, отрежь, пожалуйста, сразу линию, вот так вот, лист ваты. Отмерь где-нибудь вот. Вот так, слом, да. Вот слом. Угу. По 54. Угу. Так же, как и тут резал. Сделай пропил, только перпендикулярный по возможности.
из той стороны. Тоже сделай пропил и дальше пили. Поглубже ты его пропилил, чтобы он это. Нет, больше не надо. Вот, вот. Ага, все. Ставь на торец и пропиливай. Более-менее рез. Ровненький. Ну, более-менее, да. Продолжаю размечать вот эту гэшку. И вот эту нужно будет аккуратненько вырезать. Наверное, вот это надо будет срезать. Да. Ну, вначале гэшку вырежу. 25. Надо будет нарисовать такую же с той стороны и потом сделать пропилы. Тут 23, насколько я помню. 25, 23. Снизу лучше 20. О, ну ладно. Смотри. С другой стороны. Вон гэшка снизу. С той стороны 25. Только туда не заходи, не пропиливай, понятно, да? С другой стороны зайди, чтобы пропил сделать, с моей. Лучше встань с той стороны, криво пилишь. Лучше глубже. Не сможешь глубже? Рукой надави на полотно. Здесь как можно четче режь. То же самое с этой. Видишь, она у тебя не вошла. Глубже, глубже пропилил. Чем это, тем ровнее у тебя рез будет. Хватит, все. И то же самое с этой стороны. Вначале пропилы, а потом уже пилишь. И нос прям это. В
Втыкай. Все, теперь ставь вертикально и пропиливай уже до конца. Старайся всегда пилить, это у тебя лицевая будет. Стоп. С лицевой, конечно. Себе лицо поворачивай. Да, в общем, еще. Мы занимаемся. Все, как полагается. Я показываю, как с ватой лучше работать, пилить, чтобы были ровные резы. Видишь, чтобы ее не перекашивал? Видишь, ровненько все получается. Там просто не так все просто. Видишь? Аналогии. Просто, да?